Кино. Кино. Художественный фильм «Бег». В другую сторону. Ой, что творится? Ой, плохо дело. Старший комиссар, красноармеец Рубашкин из разведки прибыл. Ну что, дружище, что там у Беляков? Ой, силища у них, силища. Пулеметы, пушки, конница, охоленные, все в форме, знаете. Да, предстоит нам тяжелый бой. А может быть, даже и последний. А я ведь товарищу Пипецкерсу, дорогому нашему Яну Карловичу, обещал хотя бы 2 часа продержаться. Так у нас же патронов мало, товарищ комиссар. А одеты вы, видите, хуже некуда. Так ведь разве же мне для моих орлов чего жалко, а? Папаху, Ваське пулеметчику отдай. Патроны вот ребятам раздай. Кожанку от Феликса Эдмундовича. Эх, держи. О, спасибо. И маузер мой. Нет. Да. Нет. И минор. Нет, нет. Да. Нет, я не могу. Маузер. Да. 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 На, дружище. Бей врага. Большевику Тюткину. Для своих бойцов ничего не жалко. Ничего. А как же вы, товарищ комиссар? А я этих гадов вот так вот, знаешь, вот так вот, голыми руками рвать, вот так вот на куски буду, вот так. А мы, товарищ комиссар, ну, пусть только вот сунутся, только пусть, вот. Давай, дружище, давай, не подведи. Помни про Яна Карловича! А уж за Яна Карловича, за товарища Пипецкерса. Пипецкерса, Яна Карловича, да это нет, 2 часа-то они вряд ли продержатся, это вряд ли. Но часок-то у меня есть, есть у меня часочек. Теперь главное не забыть, главное не забыть. Из крестьян мы, не так вот. Из крестьян мы. Лопаткины наша фамилия, Уголек. Не Уголек. Лопаткины наша фамилия. Пожалейте, ваш броне, из крестьян я, Лопаткины мы. Большевички-то нашу деревню разорили. Хожу, побираюсь. Подайте Христа ради, ваш бронь. Подайте. А. Спасибо, 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 дай Бог здоровья. Спасибо. Ой, кажись, пронесло. А этот-то поручик так на товарища Пипецкерса похож. Только без бороды. Дурак ты был, Тюткин, дурак ты остался. Ух ты, гад!